Рельсовые шутеры в наше время практически полностью вымерли, уйдя на покой вместе с аркадными автоматами, на которых зародились. С течением времени меняются поколения, а вместе с ними приходят и новые способы для виртуальных развлечений. Потому не мудрено, что люди постепенно все больше начали отдавать предпочтение домашним консолям, вместо выстаивания в очереди и бесконечной траты четвертаков в аркадах. Практически с самого появления домашних консолей на них начали портировать игры с аркадных автоматов, которые были все так же беспощадны к игроку, но хотя бы не требовали реальных денег для нажатия Continue. Световые пистолеты, которые часто использовались для игры в рельсовые шутеры, тоже получили специальные домашние версии, благодаря которым каждый желающий мог стрелять по бандитам, зомби или мутантам прямо на экране своего телевизора. Мне повезло в детстве провести достаточно времени со световыми пистолетами, играя в Virtua Cop на игровом автомате в клубе, а потом в Gunfighter The Legend of Jesse James на своей PlayStation 1, для которой отец купил отличный световой пистолет Pursuer. Хоть я и отдал его другу взамен на руль с, как оказалось, нерабочими педалями, я все же рад, что у меня есть эти небольшие воспоминания. Но сами же рельсовые шутеры как жанр, к сожалению, стали стагнировать. Отбросив ограничения аркадных автоматов, они в прямом смысле сошли с рельс. Что хоть и дало игрокам возможность свободного перемещения и какого-никакого исследования, но в то же время теперь приравнивало их к обычным шутерам от первого лица, с лучшими представителями которых они конкурировать не могли. Секции на рельсах какое-то время еще продолжали появляться в шутерах как от первого лица, так и от третьего, но в итоге практически полностью ушли на покой. Перепробовав разные варианты перспектив камеры и сеттингов, компании решили придерживаться более традиционных жанров, хоть и не перестали время от времени выпускать переиздания и омажи, решив тряхнуть стариной и попутно немного подзаработать на ностальгии. И компания Capcom является одной из самых лучших, когда заходит разговор про неудачные эксперименты, паразитирование на известных торговых марках и утилизации уже имеющихся наработок снова и снова. А главной дойной коровой компании, среди прочих, все так же остается Resident Evil. Оригинальный Resident Evil 1996 года стал новым стандартом в индустрии, и тем самым, будучи рискованной авантюрой для Синдзи Миками с его командой, задал воодушевляющего пинка всем остальным энтузиастам, работающим в индустрии на то время. Да, это дало начало новой волне клонов и самоповторов, во время которой формулу, изобретенную Resident Evil, примеряли буквально на все что угодно, лишь бы успеть капитализироваться на возросшем спросе. Но благодаря тому, что никто не знал, как делать игры в кавычках «правильно», все равно родилось множество уникальных проектов, которые хоть и содержали в себе ту же ДНК, приносили так много нового на стол, что большинству хотелось лишь попросить добавки, а совесть попросту не позволяла назвать их простыми «клонами Резика». Вдохновившись успехом Capcom, Konami произвела на свет Silent Hill, который предоставлял полное 3D и отличался более серьезным и загадочным сюжетом, при этом отказавшись от ограничений инвентаря и движения самого игрока.
Human Entertainment тоже отдали предпочтение 3D-окружению при создании Clock Tower 2, но при этом сумев сохранить идентичность серии. А Squaresoft хоть официально и брала за основу капкомовский бестселлер при разработке Parasite Eve, настолько сильно изменила первоначальную конструкцию, что ее практически не узнать. Да что там говорить, мы живем во времена второй волны клонов прямо сейчас, наблюдая за тем, как инди-хорроры все чаще обращаются к лоу-поли эстетике и фиксированным ракурсам камеры. При этом сама серия Resident Evil тоже не стояла на месте, постоянно пытаясь разнообразить и довести формулу до совершенства, что отчетливо видно при взгляде на ее почти 30-летнюю историю. Почувствовали себя старыми? Да, я тоже. Capcom не боялись идти на риски и пробовать новые механики, творческие вольности и, самое интересное, перспективы. С течением времени серия отбросила фиксированную камеру как боковые колеса для велосипеда, в угоду камере от третьего лица, а потом и вовсе перейдя на вид от первого. Хотя Resident Evil 7 не был первой игрой с такой перспективой, но об этом немного позже. Прежде чем совершить очередную революцию в жанре с выходом Resident Evil 4 в 2005-м, в ранних нулевых Capcom прощупывали почву и осваивали новые технологии. В том числе и во время действия первого договора с Nintendo об эксклюзивности, который в сентябре 2001 года представил Синдзи Миками. Исходя из этого соглашения, эксклюзивно для GameCube должны были выйти Resident Evil Zero и ремейк Resident Evil 1, портированные с PlayStation версии Resident Evil 2 и 3, а также порт обновленной версии Resident Evil Code Veronica для Sega Dreamcast с подзаголовком Complete Edition. Ну и, конечно же, полноценная новая часть Resident Evil 4. Мотивацией к принятию такого решения стало желание Миками избавить потребителей от необходимости иметь сразу несколько игровых консолей для того, чтобы сыграть во все имеющиеся на тот момент и будущие тайтлы серии. В ходе той же презентации он также, как говорят детишки, выдал базу. Вот цитата, вольно переведенная с японского на английский, а потом мной на русский. «У меня есть свои мысли по поводу будущего видеоигр. В будущем игры не должны быть полностью сфокусированы на графике. Если в игре нет хорошего баланса всех качеств, которые делали бы ее одинаково веселой как для играющего, так и наблюдающего, ценность такой игры невелика». В той или иной мере, большинством из анонсированных проектов занималась Capcom Production Studio 4, в которой Миками занимал должность генерального директора. Поскольку права на номерные части теперь были у Nintendo, впоследствии договор был дополнен строками, в которых Production Studio 1 и 3 разрешалось производство игр-спин-оффов серии для PlayStation 2. Прямых доказательств изменению договора или его изначального содержания мне найти не удалось, но перечень игр, разработанных студиями 1 и 3 на тот период, это подтверждает. Production Studio 1 занималась созданием Resident Evil Outbreak и Outbreak File 2, которые считаются крайне недооцененными добротными играми в комьюнити. В то время как Production Studio 3 были ответственны за Resident Evil Survivor 2 Code Veronica и Dino Stalker, которые являются частью серии спин-оффов под названием Gun Survivor. И если об этих играх вообще вспоминают, то в основном только с негативом. Да, они также сделали Resident Evil Zero, который мне лично очень нравится. Но даже он не сыскал особо большой любви среди фанатов из-за довольно спорных, хоть и интересных механик. Но в данном случае нас интересует именно серия Gun Survivor, включающая в себя 4 игры, в 3 из которых я поиграл впервые при подготовке к этому видео. И об этом мне определенно есть что сказать. Серия берет начало в 2000 году с выпуском спин-оффа основной линейки под названием Resident Evil Survivor, или как он известен в Японии, Biohazard Gun Survivor, который стал первой в кавычках «плохой» игрой франшизы, получив разгромно низкие оценки, а также первой на моем веку игрой, которую критики в один голос советовали брать на прокат вместо того, чтобы покупать. Major Mike из GamePro.com, поставив оценку 2 из 5, сказал: «Самое страшное, что есть в этой игре, это то, насколько она ужасна. Решаться играть стоит только самым любопытным, и то только брать на прокат». Пол Андерсон, не путать с Полом Томасом Андерсоном, из Game Informer, поставив 4 из 10, написал: «Capcom, пожалуйста, не позорьте Resident Evil, выпуская подобный мусор». Марк Макдональд из US PlayStation Magazine в своей статье с подзаголовком «Фрустрация от первого лица» поставил 1,5 из 5,
сказав, что даже истинным фанатам он не советовал бы покупать игру, обойдясь прокатом. Он также упомянул, что ревью копий до релиза никто не рассылал, иначе критики бы точно предупредили о качестве этой игры заранее. Я мог бы продолжать бесконечно, но ограничимся еще парочкой примеров. Поверьте, это будет важно позднее. Бен Шталл из GameSpot советовал фанатам попросту забыть о Survivor и вместо него пойти поиграть в Код Веронику. А Даг Перри в своем обзоре для IGN призвал покупать игру только БУ или опять же взять на прокат. Если подытожить все ревью, до которых смогли дотянуться мои руки, а я уверен, что прочитал большинство из тех, что были заархивированы и находятся в открытом доступе, можно с легкостью выделить определенные сходства. Практически все журналисты ругали 3D-графику и качество моделей, которые им показались ужасными, особенно после пререндеренных бэкграундов и вида от третьего лица из предыдущих игр. Придрались к управлению, а в частности к тому, что игрок не может стрейфиться по бокам или смотреть вверх и вниз, ругали отсутствие поддержки светового пистолета Gun-Con в американской версии игры, ну и конечно же, критики не обошли стороной отсутствие всего, что делало Resident Evil Resident Evil'ом. То бишь головоломок, ограниченных ресурсов и менеджмента инвентаря. Между строк добавив, что единственное, кому здесь нужно выживать, так это Capcom после выпуска такой ужасной игры. Не знаю, как у вас, но у меня сложилось впечатление, что критикам не особо понравилось. Будто бы главный герой игры Арк Томпсон лично плюнул в салат и оставил подожженный пакет с фекалиями на пороге дома каждого из критиков. Стоп! Однако, то ли из-за моей ностальгии, то ли благодаря большому опыту с, в кавычках, некачественными играми, я отлично провел время в Resident Evil Survivor. Прохождение заняло у меня 2 часа и 17 минут. И все это время я с интересом следил за сюжетом, искренне хихикал, смотря кат-сцены и слушая ужасную озвучку. А также с большим восхищением разглядывал низкополигональные интерьеры местных локаций. И меня удивило такое количество негатива в сторону визуальной составляющей игры. Как вы успели заметить, это первая игра франшизы с камерой от первого лица. Только спустя 4 года после выхода его первого творения, кто-то наконец смог хотя бы частично воплотить изначальное видение Синдзи Миками. Ведь как говорится в книге The True Story Behind Biohazard, которую можно было получить бонусом за предзаказ оригинальной версии игры для Sega Saturn, первый Resident Evil должен был быть игрой от первого лица с полигональными моделями. Но из-за ограничения железа команда не смогла воплотить эту идею в жизнь. Так что, как видите, Resident Evil Survivor имеет больше общего с основной линейкой, чем может показаться на первый взгляд. Да, управление требует немного времени для освоения, а некоторые комнаты в игре спавнят слишком много врагов одновременно, практически не выпуская вас из станлока из-за их атак. Но ничего такого, что могло бы полностью испортить прохождение. Самым главным минусом для меня был факт того, что у каждого врага имеется только один хитбокс. По этой причине становится абсолютно неважно, выстрелите вы ликеру в голову или в правую пятку. Урон ему прилетит абсолютно одинаковый. Последствия этого убийства большинства врагов сводятся к простому спаму кнопки выстрела, ведя подсчеты в голове. Не знаю, почему разработчики решили не вознаграждать игрока за точность, и непонятно, было ли это осознанным решением. Но что есть, то есть. Biohazard Gun Survivor была издана Capcom, а Development Team Department 3, он же Production Studio 3, в титрах выказывается особая благодарность. Но игра на самом деле была сделана компанией TOSE Software, которую некоторые называют разработчиком ниндзей или разработчиком призраком, благодаря тому, что она практически никогда не указывается в титрах игр, над которыми работала, предпочитая оставаться в тени. Соглашусь, звучит это действительно круто. Но на деле же всего лишь означает, что TOSE — это безликая компания, которая берется за любую корпоративную работу, беспристрастно выполняя поставленную задачу без какого-либо участия в творческом процессе. Или, как они сами это описывают, мы соблюдаем нейтральную позицию, что позволяет нам принимать заказы из совершенно разных источников. Сценарий для игры был написан уже знакомой нам компанией Flagship, а модели и звуки напрямую были позаимствованы из основных частей серии, одновременно вызывая уют благодаря знакомости и, по всей видимости, отвращение при взгляде от первого лица у критиков. Что же касается ремарок об отсутствии поддержки светового пистолета, в игре, по сути подразумевающей его применение изначально, то тут есть некоторые нюансы. Resident Evil Survivor изначально имела поддержку светового пистолета Gun-Con во всех региональных версиях игры. Но 20 апреля 1999 в штате Колорадо произошла стрельба с попыткой заминирования, известная как «бойня в школе Колумбайн».
в ходе которой погибло 13 человек, а оба преступника покончили с собой. Медиа, как обычно, во всем обвинили видеоигры, ведь оба подростка были фанатами Doom, среди нескольких других шутеров. В Doom есть пистолет, а у PlayStation есть Gun-Con, игру с которым, очевидно, не отличить от стрельбы из реального оружия, по мнению людей, ни разу не игравших ни в одну игру в своей жизни. Хоть это и звучит бредово на всех возможных уровнях, Capcom USA решила перестраховаться и убрать поддержку светового пистолета из американской версии игры. Но если обратить внимание на ревью журналистов, которым удалось поиграть в японскую или европейскую версии, они все равно предпочли играть на обычном контроллере PlayStation. В общем и целом, можно с точностью сказать, что игра была провальной, хоть и была неплохо принята у себя на родине. В наше же время она скорее является забытой, нежели ненавистной, и наверняка многим станет ее жаль после прочтения столь разгромных статей. Но пускай первый эксперимент оказался явно неудачным, это ведь не остановит Capcom в попытках довести и эту формулу до совершенства. Первый блин всегда выходит комом, и это не повод хоронить потенциально любопытное ответвление основной линейки. И многие фанаты на тот момент наверняка хоть и были огорчены, но все еще не лишены надежды. Это неплохо видно в кратком ревью для Electronic Gaming Monthly от человека под именем Джонатан, и я цитирую. «Я хочу увидеть сиквел, сделанный правильно, на PlayStation 2». Ох, будь осторожен со своими желаниями, Джонатан. К тому моменту, как первый Survivor добрался до США, люди уже целых 5 месяцев играли в оригинальную Код Вероника на Dreamcast, которую восхваляли как игроки, так и критики. Вместе с другими коллекционными безделушками, игра также продавалась в лимитированном бандле с консолью в двух вариантах – красная в честь Клэр и синяя с логотипом Stars, которая нынче, естественно, стоит сумасшедших денег. Однако продажи игры не удовлетворили Capcom, так как в 2000 году Sega Dreamcast была еще относительно новой консолью и не успела разойтись достаточным тиражом, чтобы продать на ней их игру в желаемом количестве. Как раз это стало причиной выхода Code Veronica на PlayStation 2 и впоследствии на GameCube. В 2001 году была анонсирована коллаборация между Capcom и Namco, в ходе которой игра под названием Resident Evil Firezone выйдет на аркадных автоматах в Японии. Namco, в свою очередь, сотрудничала с компанией Sega, которая, среди прочих вещей, занималась производством материнской платы Naomi для аркадных кабинетов. За основу был взят намковский кабинет с игрой Gunman Wars для двух игроков, выпущенный в 98-м, у которого была весьма интересная схема управления, о которой немного позже. Resident Evil Firezone в дальнейшем была переименована в Resident Evil Survivor 2 Code Veronica, или Gun Survivor 2 Biohazard Code Veronica у себя на родине, и вышла в июле 2001-го. Хоть игра и считается лайтган-шутером, то бишь шутером со световым пистолетом, традиционные фотодиоды для считывания положения прицела в этом автомате не использовались. Здесь использовался особый рычаг, похожий на коробку передач, к которой приклеили пистолет-пулемет. При наклонах рычага персонаж передвигался в заданном направлении, а поворотом, не наклоном контроллера, можно было поворачивать камеру вправо и влево. Поскольку само оружие находилось в фиксированной позиции, о прицельной стрельбе речь само собой не шла, и все выстрелы просто направлялись по центру экрана. Сама же игра была разработана Capcom Production Studio 3, заимствуя у оригинальной Code Veronica движок, ассеты, модели и звуки. Более того, в оригинале даже был бонусный режим с возможностью игры от первого лица, что, скорее всего, и было взято за основу для аркадной версии. Уже по давней традиции портировать игры с аркадных кабинетов на домашние консоли, в октябре 2001-го европейское отделение Capcom заявило о том, что Survivor 2 Code Veronica выйдет в Европе в начале следующего года на PlayStation 2. Игра вышла в Японии 5 июля 2001-го, а в Европе 22 марта 2002-го, что примечательно, без релиза в Северной Америке. Не совсем понятно, почему Америку в этот раз было решено обделить. Но именно по этой причине у игры так мало обзоров от критиков. Посему единственной локализованной версией является именно европейская, привязанная к частоте развертки в 50 Гц и фреймрейту в 23 кадра в секунду,
что для шутера от первого лица очень мало. Особенно в сравнении с другими аркадными портами вроде Virtua Cop или Ninja Assault, которые работали при максимальной частоте кадров. Управление практически полностью перекочевало с контроллера аркадного кабинета. При этом повороты камеры было решено перенести на бампера, что можно было изменить, поменяв местами с поворотами левого стика в стороны. Мне правда очень интересно, почему большинство разработчиков еще со времен первого DualShock просто отрицали существование правого стика. Хотя даже в первом Medal of Honor правый стик уже работал так же, как и в современных играх, что, кстати говоря, просто невероятно. Визуально Survivor 2 тоже выглядел довольно посредственно. Что неудивительно, ведь это были те же ассеты и модели, что и в оригинальный код Вероника. Разница лишь в том, что в оригинале вы смотрите на них через камеру от третьего лица, в то время как при близком контакте становятся видны все компромиссы, на которые разработчикам пришлось пойти. И как мы помним, ровным счетом такая же проблема была подмечена в первом Survivor'е. Игрока также постоянно подгоняет зловеще нависающий над ним таймер, который вообще не дает времени на исследование и мотивирует попросту игнорировать врагов, вместо того, чтобы, ну знаете, по ним стрелять, ведь в этом смысл шутеров? В целом, это неплохая забава на один вечер, в которой кроме аркадного режима, вольно пересказывающего события оригинала, имеется также Dungeon Mode, который в нынешних реалиях назвали бы Roguelike режимом. Но как бы хорошо эти режимы не выглядели на бумаге, при игре в Resident Evil Survivor 2 Код Вероника у меня было примерно такое же лицо, как у зомби с обложки европейской версии игры, а голову все никак не покидал один вопрос. Зачем? Зачем было портировать эту версию игры, если на PlayStation 2 уже была обновленная версия оригинала с пометкой X, вышедшая полгода назад? Хотя все мы знаем на него ответ. Конечно же, деньги. Но если Capcom хотели выжать из фанатов как можно больше денег, продав абсолютно безыдейное дополнение серии, которое никак его, кстати, не расширяет, тогда почему не выпустить игру в Америке? Ответ на этот вопрос знают только работники Capcom. Как я уже сказал, об успехе игры судить довольно тяжело, из-за ее скудного покрытия со стороны медиа. Но из того, что есть, а также благодаря комментариям комьюнити, можно с точностью сказать, что игру определенно встретили не очень, ведь она проигрывала оригинальный код Вероника буквально по всем фронтам. По моему же мнению, аркадная версия игры наверняка подарила бы много веселых моментов при игре с друзьями, но домашняя версия была абсолютно необязательна. Если первый Survivor принес игрокам уникальные опыты локации, которые дополняют общий лор вселенной, то сиквел ничем подобным похвастаться не может. Ведь по сути единственным ее нововведением по сравнению с оригинальной Код Вероника является гостевое появление того известного маньяка из ДБД. Ну хорошо, второй блин тоже вышел комом, но теперь Capcom явно усвоили урок и в следующий раз уж точно прыгнут выше головы и заставят всех узреть величие серии Gun Survivor. Они же не наступят на те же грабли трижды. Со следующей частью Gun Survivor Capcom выложились на полную. Сделали триал-версию игры, поместив в нее код, который давал возможность поучаствовать в розыгрыше игры с пистолетом GunCon 2. Организовали два разных ивента, на которых люди не только состязались, чтобы выиграть мерчендайз и те же копии игры с GunCon, но и попутно общались с моделями, вооруженными оружием из игры. Про оба этих ивента можно прочитать на заархивированных страницах старого сайта Capcom, но прямой перевод с японского оставляет желать лучшего, выдавая фразы вроде «Но перед этим давайте потрогаем макрель». Как только человек начинает ее трогать и динозавр рычит, это уже не остановить. Делайте это, пока не устанут руки. Не знаю, что это значит, но это хорошо описывает управление игры, потому что у многих и правда физически уставали пальцы. В общем, новая часть Gun Survivor в этот раз была привязана не к Resident Evil, а ко вселенной Dino Crisis. А если точнее, стала своего рода продолжением второй части. Gun Survivor 3 Dino Crisis, или просто Dino Stalker, появился в отделах PlayStation 2 японских магазинов 27 июня 2002, добравшись до Европы и Америки в сентябре. В плане геймплея и управления, Dino Stalker продолжал идею предыдущей части, но, на мой взгляд, успешнее, хоть и не намного.
Чертов таймер все еще дышал игрокам в затылок, но по крайней мере в этот раз он был намного снисходительнее. Графика и модели правда впечатляли, и разработчикам наконец удалось достичь более-менее стабильных 60 FPS. Единственное, к чему я могу придраться, так это к гимнастике, которой приходится заниматься вашим пальцем в попытках заставить игру делать то, что вы от нее хотите. Но знаете что? Я готов был простить все огрехи ради Пола из второго Dino Crisis, которую так и хочется наконец научить по-человечески разговаривать. Папа! А вот журналисты были совершенно противоположного мнения. Говорят, что на одном лишь пистолете играть невозможно из-за расположения крестовины для передвижения. При игре на обычном геймпаде для PlayStation 2 чувствительность прицела слишком высокая и не дает нормально прицелиться. И даже при комбинации контроллера и пистолета одновременно приходится бороться с ограниченной скоростью передвижения и обзора. И уже знакомый нам по ревью первого Survivor Doug Perry из IGN снова советовал взять игру в прокате вместо покупки, назвав Dino Stalker, цитата, «прямым продолжением немощной Resident Evil Survivor, которая была невероятным калом», посоветовав держаться от игры подальше. Очевидно, мои стандарты сильно занижены по сравнению с изысканными вкусами игровых журналистов. Но эй, стоит отдать им должное. В те времена они хотя бы не боялись высказывать свое мнение, не то что сейчас. Но что же пошло не так? Дело в том, что в этот раз Capcom практически полностью отдали игру на аутсорс. Скорее всего, потому что их собственные студии были слишком заняты выполнением пунктов договора с Nintendo. Сценарий уже по традиции написали флагшип. За разработку отвечала уже знакомая нам по первому Survivor TOSIS Software, а модели анимации динозавров были сделаны компанией Neuron Age. Так что участие Production Studio 3 было не таким уж весомым, как можно подумать при взгляде на титры. Также не знаю, как так получилось, но пререндеренные ролики выглядят, будто были сделаны еще во времена, когда PlayStation 1 была актуальной. Особенно если обратить внимание на степень их сжатия. Над ними трудились довольно опытные сотрудники Capcom, так что, по всей видимости, это был косяк тех, кто отвечал за контроль качества. В общем и целом, сама по себе игра-то неплохая, но она едва ли выдерживает сравнение с более качественными шутерами от первого лица того времени. Возможно, если бы Capcom поставила эту часть полностью на рельсы, выбросив схему управления из Gun Survivor 2 Code Veronica, то игра показала бы себя гораздо лучше, ведь главной придиркой как раз и было неудобное управление. Я лично люблю старые игры с разными схемами управления, которые придают вашему экспириенсу чувство новизны, заставляя к ним привыкать. Но должен признаться, рельсовые сегменты Dino Stalker, в которых вам нужно только шевелить прицелом, понравились мне гораздо больше, чем те, в которых нужно ходить самому. Не знаю, как так вышло, что на серии не поставили огромную жирную макрель, но каким-то чудом линейка Gun Survivor на этом не закончилась, пополнившись еще одной игрой. Той, ради которой мы здесь сегодня и собрались. 21 сентября 2002 года на выставке Tokyo Game Show Capcom анонсировали новую игру в серии Gun Survivor с цифрой 4 и под заголовком Heroes Never Die. В этот раз задачей было скомбинировать survival-horror составляющую с геймплеем light-gun шутера, что по описанию сильно напоминает первый Survivor. И это не единственное совпадение, но об этом позже. Как и все предыдущие игры этой серии, новый тайтл стал очередной рискованной авантюрой, в которой компания заручилась поддержкой не только уже знакомых студий, но и тех, с которыми работала впервые, тем самым проложив дорогу для еще парочки будущих игр франшизы. Такой компанией была юная и подающая надежды Кэви, которая в то время вовсю работала над первой Дракенгард для Square Enix. Похоже, боссы Capcom посмотрели на первую игру этой студии, странную ритмушку про антропоморфных животных Dog of Bay, и сказали: «Да, это то, что нам нужно, готовьте контракт». Но так или иначе, Кэви предстояло отвечать за большую часть работы над новым проектом. И под этим я имею в виду геймдизайн, программирование, создание персонажей и локаций, а также саундтрек. В данном случае очень тяжело определить, к какой именно студии относится тот или иной сотрудник, причастный к этой игре, потому что у многих из них в карьере прослеживаются связи сразу с несколькими большими компаниями, включая Square Enix, Namco, Capcom и, собственно, Кэви. Директоров у Gun Survivor 4 было два. Со стороны Capcom на проект был поставлен Эйро Широхама, директор Dino Stalker, а Кэви назначила на эту должность одного из продюсеров Дракенгард Такую Ивасаки. Поскольку проект Йоко Таро и его команды уже был в разработке, большинство программистов работали сразу над обоими проектами.
Такеси Такаяма, один из программистов, в том числе написал небольшой гайд по игре, который позднее был опубликован на официальном сайте Capcom. За геймдизайн частично отвечали люди, причастные к Time Crisis и Dragon Guard, что имеет смысл при взгляде на геймплей. Сценарий был написан тремя сотрудниками компании Flagship — Нобору Сугимура, Джуничи Маясита и Тоёзаку Сакамото. Сугимура и Маясита уже работали вместе над сценарием для оригинальной Код Вероники, в то время как для Сакамото это был первый опыт на такой должности. Дизайн персонажей был создан будущим директором первого Dead Rising Кеем Йошимизу и художником по персонажам первой Томбо Сатоши Уэда, что довольно забавно. Стоит также отметить, что обложку для игры нарисовал легендарный Тошиаки Мори, более известный как Шинкиро. Вы 100% уже видели его работы на обложках и промо-арте для игр компаний SNK и Capcom за последние 20 с лишним лет. Захват движения для игры проводился в студии Ibuki, где для этого проекта были наняты актеры и персонал, уже работавшие до этого над захватом движения для Resident Evil Zero. Актеры озвучания, подарившие голоса персонажам, едва ли имели опыт в этом деле, и до этого участвовали только в записи дополнительных голосов для Shenmue 2. Главного героя Брюса МакГиверна озвучил актер и музыкант Радж Рамая, который известен по работе в японских телешоу и аниме, включая Ковбоя Бипопа, Призрака в доспехах и Сделанных в бездне, а также треку Here Comes the Rain для игры Gungrave. Он попал в озвучку видеоигр благодаря тому, что его оригинальная музыка была неплохо встречена в Японии, после чего с ним начали связываться разные игровые компании вроде Sega, Konami и, собственно, Capcom. Спутницу Брюса Фон Линь озвучила актриса Клэр О'Коннор, до этого также озвучившая несколько персонажей в первой Shenmue и Сару Брайант из Virtua Fighter 4. И, наконец, антагонисту игры Морфеусу Ди Дювалю голос подарил Энгус Вейкотт, до этого работавший над английским переводом сценария и озвучкой одного из персонажей аниме Strange Dawn, также озвучивший Рёхо в Bloody Roar 4. По словам актеров, процесс озвучки был достаточно веселым. Не только потому, что они уже знали друг друга до этого, но и благодаря предоставленной творческой свободе. Несмотря на то, что за озвучкой все время пристально следили люди из Cavi и Capcom, они не знали, какими должны быть характеры и черты персонажей. Поэтому полностью отдали это дело в руки актеров, позволив им даже вносить правки в диалоги. Лучшим примером этому является, как главный герой приобрел южноамериканский акцент, из-за того, что кто-то упомянул типаж персонажа Брэда Питта из фильма 7 во время записи в студии. Но в то же время, по какой-то причине сценарные ходы и внутриигровые файлы все равно держались в секрете, и с актерами толком никто не обсуждал детали их персонажей. Возможно, чтобы не повлиять на творческий процесс, или из-за неуверенности сценаристов, а может и того и другого сразу. Но, по крайней мере, актерам хотя бы показывали арты персонажей. К сожалению, в полной мере оценить работу Рамаи, Вейкота и О'Коннор местами довольно тяжело, из-за того, как сведен звук в катсценах игры. Но об этом мы еще поговорим отдельно. И, наконец, саундтрек для игры был написан композитором серии Dragon Guard Nobuyoshi Sano. Его работы отлично передают меланхолию и неуютность, которую вызывают локации игры, в нужное время подчеркивая происходящее на экране экшен. История создания саундтрека для Guns N' Roses 4 также имеет один неприятный момент. Во время одной из посиделок в баре с Раджем Рамаей, им с Сано пришла идея написать заключительный трек игры вместе. Вследствие этого родилась песня под названием Heroes Never Die, которая должна была играть во время финальных титров. Но прямо на вечеринке в честь запуска игры, Capcom поставили Сану и Рамаю в известность, что заменили трек в финальной версии игры. И это при том, что он даже играл на самом мероприятии. Вау. В итоге вместо Heroes Never Die в конце игры звучит трек японской группы Rise под названием Gunshot, с лейблом которых Capcom, по всей видимости, заключили контракт. По словам Рамаи, такое в Японии случается довольно часто. Если какая-то группа или музыкант начинает набирать популярность, их треки начинают продвигать повсюду, так что бизнес есть бизнес. Но по крайней мере группа хотя бы знала о видеоигре, в которой будет звучать их трек, и более того, сами поиграли в Guns N' Roses 4 как минимум один раз. Поскольку я не могу просто взять и вставить этот трек в видео, я даже записал небольшой кавер на него, чтобы поставить в конце обсуждения сюжета. Но это было до того, как я узнал всю эту историю. Так что в итоге решил от этого отказаться. К
тому же, учитывая, что Райз подписанный на Warner Music, мне бы точно пришлось делить свои заработанные с просмотров копейки с ними. Не думаю, что полторы минуты плохо сведенного металла того стоит. Что же касается оригинального трека Heroes Never Die, то он в каком-то смысле все же остался в игре. Основной синтовый мотив из него можно услышать в сейв-румах игры, и на мой взгляд, эта тема является одной из лучших во всей франшизе. Через 4 дня после релиза в Японии, 16 января 2003 года, стало известно, что Gun Survivor 4 Biohazard Heroes Never Die выйдет в Америке и Европе летом под более лаконичным названием Resident Evil Dead Aim. Буквально за месяц до релиза в США Dead Aim был представлен на выставке E3 в мае среди множества других игр Capcom. Вау, целых 4 новых Resident Evil, 3 из которых не ремейки или переиздания? Эх, были же времена! До Европы игра добралась еще через месяц. И таким образом, выходит, что релиз состоялся в Японии 13 февраля, в Америке 17 июня, а в Европе 11 июля 2003 года. И я был бы не я, если бы не взял главной темой для видео очередную недооцененную игру, получившую смешанные отзывы на момент релиза. По правде говоря, Resident Evil Dead Aim был встречен вполне неплохо, в основном получив шестерки из семерки. Но есть одна любопытная деталь. В одних ревью говорится, что это один из лучших лайт-ган-шутеров за все время и достойный представитель серии, в то время как в других ругают управление, графику, банальный сюжет и глупые диалоги, а также общую скоротечность игры. Такое ощущение, что многие критики вообще не поняли, во что поиграли. Но посмотрев на прошлые части серии Gun Survivor, решили, что это не так уж и плохо, и поставили поощрительные оценки, исходя из этого. Чего только стоит то, как Райан Дэвис из GameSpot в своем ревью спутал Морфеуса Ди Дюваля, антагониста игры, со злодеями из Resident Evil Zero. В общем и целом, с основными причинами для критики я все же соглашусь. К управлению в игре действительно привыкаешь не скоро. Некоторые локации правда ощущаются, будто у создателей либо закончились идеи, либо поджимали сроки. А малая продолжительность игры не дает в полной мере ее распробовать и оставляет после себя странное послевкусие. Видно, что разработчики хотели сделать нечто похожее по духу на классические резики, добавив поиски применения предметов, сейв-румы и частично ограниченный инвентарь. Но до полноценной основной части Dead Aim'у все же далеко. Это была первая игра, которая совмещала камеру от третьего лица для более удобного исследования и перемещения, переключаясь на первое лицо для прицельной стрельбы. И технически является первым Resident Evil, использующим камеру со спины персонажа, ведь Resident Evil 4 тогда еще не вышел. Да, четверка пошла еще дальше, изобретя вид из-за плеча, который совершил революцию в индустрии, создав тренд на игры, в которых персонаж занимает 30% общего места на экране. Но вклад Dead Aim тоже не стоит списывать со счетов. Вообще, две эти игры связаны теснее, чем можно подумать. Об этом и о том, что Леон и Брюс наверняка одеваются в одном и том же магазине, мы еще поговорим. Okay. Странности управления и комбинации жанров, а также сам факт того, что это спин-офф, а не часть основной линейки, поставили Resident Evil Dead Aim в странное положение. С одной стороны, он является лучшим среди своих предшественников, да и в целом неплохой игрой. Но с другой, является практически полностью забытым как фанатами, так и самими Capcom. Кстати, пользуясь случаем, отдаю честь чуваку в комментах под ревью от IGN, который спустя 17 лет сказал, что это лучшая игра на свете. Я бы, конечно, так не сказал, но приятно видеть, что есть и такие люди. Также, прежде чем мы перейдем к основной части, я должен кое в чем признаться. В процессе написания этого сценария, в какой-то момент я просто потерял мотивацию и сбился с пути. Со мной такое частенько бывает, и как я это объясняю, является реакцией на стресс и оверстимуляцию мозга постоянным сидением в интернете. Но послушав интервью с актерами озвучания, в котором они с большим энтузиазмом рассказывали о том, как оставили след в истории легендарной франшизы, я вспомнил, ради чего все это затевалось. Пора, наконец, приниматься за дело и рассказать, чем же так уникален Resident Evil Dead Aim, и почему о нем ни в коем случае нельзя забывать. Thank you.
После инцидента в Роклесских горах, вспышек Т-вируса в Raccoon City и на Шина Айленд в 98-м, дела у компании Umbrella пошли, мягко говоря, не очень. И учитывая, что достаточному количеству персонажей удалось совершить свой последний побег, все больше информации начало всплывать наружу. Клэр и Крис Редфилды навели шумихи в исследовательских центрах Umbrella в Европе, Антарктике и на Rockford Island. Вся система, построенная основателями этой гигантской корпорации, начала рушиться. И у людей не было сомнений, что после такого краха ей уже не оправиться. Но несмотря на такой сильный удар, корпорация Umbrella все же смогла уцелеть, продолжая выживать за счет продажи биооружия на черном рынке. В частности, устраивая круизы по Атлантическому океану, во время которых тайно проводила аукционы и сделки по продаже своих товаров. У корпорации всегда были крепкие связи в политических кругах по всему земному шару, и даже инцидент в Raccoon City не оказал на них особого влияния. Они продолжали снабжать картели, олигархов и влиятельных политиков, проводя торги в международных водах. В сентябре 2002 года из европейского отделения Umbrella в Париже были украдены образцы вируса руками фанатичных последователей Морфеуса Ди Дюваля, бывшего работника компании, который, кроме всего прочего, решил ей отомстить. Ранее, в 98-м, Umbrella решила найти козла отпущения, вследствие чего спихнула вину за случившееся в Роклесских горах на Дюваля. Само собой, такой расклад вещей ему по душе не пришелся, приведя к полному захвату одного из сооружений в Атлантическом океане. Оттуда он со своими подчиненными пригрозил выпустить ракеты с украденными образцами вируса. Захватив один из лайнеров Umbrella, попутно выпустив на волю представленные на нем образцы биооружия, Морфеус выдвинул свои условия правительствам США и Китая. Он запросил у этих стран ни много ни мало 5 миллиардов долларов с каждой, угрожая натравить на них свои ракеты. Благодаря информатору среди людей Морфеуса, Umbrella узнала о его замыслах. И поскольку в ее интересах было избавиться от этого неудобства, передала эту информацию правительству США. Перехватить лайнер с Дювалем на борту отправляют агента стратегического командования Соединенных Штатов Брюса МакГевина. МакГайвера. МакГиверна, проверочное слово «гив». Морфеус знал о его появлении заранее, потому смог застать агента врасплох. И как только Брюс уже начал прощаться с жизнью, ситуацию спасает загадочная женщина, бросившая гранату прямо им под ноги. Да, игра начинается довольно бодро, не давая никаких объяснений. Брюс успевает отпрыгнуть, а вот Морфеус окажется неплохо задело взрывом, после чего он теряет равновесие и падает в образовавшуюся в полу дыру. Проникнув внутрь через вентиляцию, Брюс оказывается в гостевых комнатах, где знакомится с зараженными обитателями. К счастью, они не единственные, с кем ему предстояло познакомиться. При разговоре с командованием по рации, он внезапно ввязывается в небольшой обмен любезностями с агенткой МГБ Китая Фон Линь, которая, отказав Брюсу в кооперации, советует ему возвращаться домой. Для того, чтобы найти Морфеуса, главному герою нужно попасть на нижние уровни лайнера, но вентиль от люка, который туда ведет, отсутствует. Долго блуждая по мрачным коридорам и комнатам, Брюс находит его на складе. Но не успев даже порадоваться находке, он получает по лицу гигантской рукой из окна. Фон Линь оказывается на месте как раз вовремя, чтобы забрать выбитый из его рук вентиль и сбежать. К счастью, Брюс успевает ее догнать, прежде чем она откроет люк. Увидев, что они подобрались уже слишком близко, Морфеус выпускает двух элитных хантеров, чтобы разобраться с героями. Для крутого мистера МакГиверна это лишь маленькое неудобство, так что он с легкостью их укладывает. Говорю, с легкостью их укладывает. Так-то лучше. Когда они с Фон Линь залезают в люк, Морфеус, как и надлежит всем злодеям Resident Evil, вкалывает в себе образец нового экспериментального вируса. Потеряв свою новую подругу на нижних уровнях корабля, Брюс оказывается в выставочном зале, в котором Umbrella проводила демонстрации своего оружия для потенциальных покупателей. Из записей становится известно, что кроме Хантеров, здесь также перевозили новую версию Тирана с пометкой 091, большим недочетом в дизайне которого является жизненно важный орган, который находится снаружи. Ой, как удобно! Также в документах указан новый вирус, являющийся комбинацией вирусов T и G, который не просто способен наделить человека способностью генерировать электричество, но и создавать электромагнитный барьер, что сделало бы его практически неуязвимым. И наглядная демонстрация этого изобретения долго ждать не приходится.
Если вы ничего не знаете про эту игру, то будете неплохо так удивлены, потому что появляется главная причина, по которой мне нравится эта игра. Первая стадия зараженного вирусом Морфеуса. Об этой трансформации мы еще как следует поговорим в отдельном сегменте. А пока я просто скажу, что для меня это один из самых лучших дизайнов злодеев во всей франшизе. Я бы с удовольствием дал этой версии Морфеуса себя придушить. Но Брюс оказывается не фанат таких отношений, потому поняв, что пули не наносят злодею вреда, он вынужден тактически отступить. При побеге он снова натыкается на Фон Линь, с которой вместе прячется в машинном отделении, пока Морфеусу наконец не надоест ломиться в дверь. Наконец-то эти двое успевают подружиться, и Фон Линь перед очередным уходом называет Брюса Дон Гуа, что по ее словам значит «крутой парень». Добравшись до комнаты управления практически одновременно, агенты узнают, что корабль все это время держал курс на остров и вот-вот в него врежется. Но путь к спасению преграждает тиран 091. Тот самый, который своей клешнёй ударил Брюса через окно, а теперь и Фон Линь. МакГиверн берет босса на себя, велев ей идти за Морфеусом. Так как он уже в курсе, как одолеть эту бракованную версию тирана, Брюс убивает его за пару минут. Буквально, потому что на экране есть таймер. После чего успевает спастись, вовремя покинув борт проклятого лайнера. Промокший до нитки, но живой, Брюс оказывается на острове. Единственной достопримечательностью на котором является объект по утилизации отходов, некогда принадлежащий Амбрелле. А как мы знаем, тяжело назвать более классическое дуо, чем Амбрелла и подземные комплексы. Поэтому единственный путь ведет вниз. Оказавшись по колено в нечистотах и встретив местных жителей, Брюс понимает, что в комплексе также произошла утечка вируса, породившая не только простых зомби, но и других мутантов вроде климеров и мелких водоплавающих торпедных детишек. Да, это их официальное название. Найдя нужное оборудование, Брюсу удается связаться с начальством, которое сообщает, что правительство Китая приняло условия Морфеуса, и на их кооперацию можно больше не рассчитывать. США, в свою очередь, с террористами переговоров не ведут, так что полностью возлагают разрешение ситуации на плечи своего агента. Поскольку Китай уже согласился на сделку, им не нужно, чтобы их агент продолжал действовать на территории комплекса. И так как все это происходило во времена популярности орбитальных лазеров, именно так они решают избавиться от своей проблемы. К счастью, Брюс появляется как нельзя вовремя и спасает Фон Линь от этой участи. Оказывается, что у нее в плече все это время был чип, с помощью которого правительство отслеживало каждый ее шаг. Брюс избавляется от него и останавливает атаку спутника, ведь система теперь думает, что задача выполнена. Действия правительства Фон Линь не особо задели, и она планирует продолжить свою миссию. Ведь нет никаких гарантий, что Морфеус выполнит свою часть сделки, даже получив деньги. Так что народ Китая все еще остается в опасности. Конечно же, они снова разделяются. И Брюсу приходится сразиться с Плутоном, очередным ходячим экспериментом Амбреллы, мимо которого Фон Линь удалось проскочить незамеченной ранее. Когда-то это существо было осужденным преступником, на котором проводили испытания вируса в комбинации с мышечными стимуляторами, попутно удалив ему глазные яблоки для изучения реакции на внешние раздражители. Но они же не варвары, потому воткнули испытуемому металлический прут во фронтальную долю мозга, чтобы облегчить боль, руководствуясь, по их мнению, гуманитарными соображениями. Всегда приятно видеть, что Амбрелла держит марку, проводя опыты в духе «Что будет, если ввести G-вирус обезьяне, удалить ей глаза для обострения слуха, а самим надеть туфли для чечетки?» В общем, Брюс в очередной раз выходит из поединка победителем, применив секретную технику под названием «стелс» против слепого противника. Будто бы специально подождав, пока он справится сам, появляется Фон Линь, и они вдвоем отправляются на нижние уровни комплекса, так называемую биосферу, расположенную под толщей воды Атлантического океана. Внезапно появляется сам Морфеус, и обрезав тросы, отправляет лифт в свободное падение. Использовав аварийный тормоз, Брюс помогает своей спутнице выбраться из лифта. Как раз вовремя, потому что лифт снова срывается. Кто-нибудь считает, сколько раз герои уже успели разделиться? Пока уцелевший после падения Брюс ошивается на пару этажей ниже, Фон Линь удается найти Морфеуса. Хотя скорее наоборот. В биосфере дела обстоят не лучше, чем на верхних уровнях. Здесь также бродят голодные мертвецы и даже хантеры. Но здесь держат и кое-что поинтереснее. Биооружие под кодовым названием «Алебарда», которое имеет экзоскелет мечехвоста в комбинации с живучестью таракана, да еще и охотятся группами, формируя рой.
Хорошо, что единственной слабостью их королевы являются пули. После расправы над алебардой, буквально в соседней комнате, Брюс обнаруживает полностью функционирующее протонное ружье. Groovy. Ждать повода, чтобы его испробовать, долго не приходится, так как объявляется начало подготовки к запуску ракет, а на мониторе Брюс видит Морфеуса и лежащий без сознания Фон Линь. Перед ним предстает нелегкий выбор – выполнить свою миссию, предотвратив запуск, или спасти агентку чужой страны, на которую он запал. МакГиверн решает не выбирать вовсе и вступает в очень нечестный босс-файт с Морфеусом. По удачному стечению обстоятельств, оружие в руках у Брюса является единственным, которое способно пробить электромагнитный барьер противника. Главный злодей повержен, а Фон Линь приходит в себя. Поскольку путь до ракетной шахты похож на чертов лабиринт, она остается в комнате наблюдения, чтобы направлять Брюса по рации. Но, само собой, это был бы не Resident Evil, если бы финальный босс просто взял и умер с первого раза. Появляется Морфеус в своей последней, уже совсем непривлекательной стадии. После нескольких раундов игры в «Прибей крота», Брюс убивает злодея точным выстрелом в голову, при этом обронив классический ванлайнер. Sorry, but my dance card is full. Груда мяса, которая когда-то была изящным тираном, раздувается, испуская электрические заряды, и агенты понимают, что вся база с боеголовками вот-вот взлетит на воздух. Происходит огромный взрыв из-под толщи океана, и появляются титры. Серьезно, это конец. Агенты принесли себя в жертву ради спасения своих стран. Именно это можно подумать при первом прохождении, но внезапно титры прерываются, и на горизонте появляются военные вертолеты. Из воды выныривает спасательная шлюпка, и оказывается, что главные герои все же уцелели. Брюс приглашает Фон Линь с собой в Америку, но она отказывается, все еще называя Китай своим домом. Сказав, что она сама Дон Гва, раз так думает, Брюс признается, что с самого начала знал, что означают эти слова, так как уже посещал ее страну до этого. Но несмотря на то, что он ее обманул, впервые за историю Resident Evil главные герои целуются в конце. Вертолет подлетает ближе, принеся с собой остальную часть титров, и звучит оставшаяся часть песни Gunshot. Вот теперь и правда конец. Я не знаю, каким по продолжительности вышел пересказ сюжета, но сдается мне, что достаточно коротким. Игру и правда можно пробежать за 3-4 часа, при этом читая каждый файл и просматривая каждую катсцену. Но не думайте, что на этом сюжетом покончено, потому что настало время поговорить обо всем, что делает Resident Evil Dead Aim особенно интересным — лоре и персонажах. Перед нами тут довольно интересный случай, в котором главный герой гораздо проще и приземленнее, чем антагонист. Поэтому с них и начнем. 27-летний агент антиамбрельного отделения стратегического командования США Брюс МакГиверн имеет довольно дикий нрав. Движимый жаждой к справедливости, он готов прыгнуть в любое пекло до прибытия пожарных. Часто, благодаря своему характеру, действует безрассудно, рискуя своей жизнью и нарушая правила, из-за чего постоянно попадает в неприятности с начальством. Но его выдающиеся заслуги при выполнении заданий позволяют ему всякий раз ускользать от наказания, ведь в большинстве случаев цель оправдывает средства. Брюс является классическим героем боевиков, который справится как с любой опасной ситуацией, так и с опасной красоткой, которая встретится ему на пути. Хоть он и является одним из тех засранцев, которые, несмотря на свой сложный характер и грубые действия, все равно способны очаровать, чем славилось множество героев прошлой эпохи кинематографа, здесь он очень к месту. Ведь общий настрой игры к этому как раз и стремится. Поскольку франшиза с самого начала строилась как игровая адаптация тех самых боевиков непремиального качества, ей абсолютно точно нужны были персонажи, способные серьезно подходить к делу, бросаясь шутками и коронными фразами направо и налево. И поскольку Леону еще только предстояло отправиться спасать дочь президента, Брюс отлично справился со своей задачей — подарить франшизе харизматичного персонажа, способного запасть в сердца фанатов. Я также не могу не упомянуть одну забавную деталь. Поскольку в игре есть катсцены как на движке, так и полностью CG, не говоря уже о модельках в самом геймплее, внешний вид персонажей довольно сильно отличается. И в случае с Брюсом это заметно сильнее всего.
Вы удивитесь, но эти трое являются одним и тем же человеком. МакГиверна также можно было бы назвать Леоном С. Кеннеди по скидке, ведь они, похоже, одеваются, разговаривают, бросаясь коронными фразочками, и даже западают на привлекательных агенток азиатского происхождения. Но между ними есть одно большое отличие. Брюс абсолютно точно делал хоумран хотя бы раз в своей жизни, в отличие от Леона и 99% остальных персонажей франшизы, которые даже не знают, что такое секс. И хоть для меня это очень жизненно, потому что я тоже не в курсе, у Брюса благодаря этому определенно есть так называемые нотки агента 007. Хотя это и неспроста, ведь Ромео и Уэйкетт как раз отталкивались от Джеймса Бонда и доктора Ноу при озвучке своих персонажей. Да и сама концовка Dead Aim подозрительно похожа на концовку «Шаровой молнии», четвертого по счету фильма об агенте 007. Очень жаль, что Брюс МакГиверн больше никогда не появлялся в играх франшизы. И несмотря на готовность актера вернуться к своим ролям, по крайней мере так они сказали в 2013-м, вряд ли это когда-либо произойдет. Тайная агентка национальной безопасности Китая Фон Линь, чье имя в игре по какой-то причине пишется слитно, все свои 25 лет прослужила государству. Она попала под их опеку, еще будучи совсем маленькой, после того, как ее родители были убиты. С того самого момента ее растили и тренировали как шпионку. Фон Лин стала экспертом по борьбе с повстанцами против китайского режима, беспрекословно выполняя его приказы. Однажды, пригрозив расправой, ей приказали выследить и арестовать собственного брата, который был активистом. Несмотря на то, что его казнили на следующий же день после поимки, Лин не держит зла на правительство, ведь не разделяла радикальные взгляды брата. Эту информацию можно было найти только в мануале в коробке с игрой, либо на сайте, посвященном игре, который ныне больше не существует. И если, допустим, у вас не было интернета, или вам достался диск без мануала в комплекте, потому что ваш друг, например, забыл его у себя в туалете, то Фон Лин наверняка показалась бы вам стандартным любовным интересом главного героя, не более. Но даже эта короткая история делает ее интереснее и многограннее, чем сам МакГиверн. Это позволяет понять ее мотивацию продолжать действовать во имя спасения страны, а также объясняет ее отказ уехать в Америку и потенциально начать новую жизнь, даже после того, как ее правительство решило от нее избавиться. Да и небольшая интрижка с агентом стратегического командования тоже вряд ли была воспринята ею всерьез. Но стоит отдать сценаристам должное, потому что между этими персонажами действительно возникает особая динамика, за которой и правда интересно наблюдать. Довольно жесткое первое знакомство, постоянный обмен колкостями и помощь друг другу в опасных ситуациях делают их отношения правдоподобными, и нам отчетливо видно, как они сближаются между собой. Одна только шутка с Дон Гва, тянущаяся через всю игру, говорит о персонажах больше, чем кажется на первый взгляд. Не люблю объяснять шутки, но так и быть. Фон Лин впервые называет этим словом Брюса после побега от Морфеуса в машинном отделении лайнера. И тот притворяется, что не знает его значения, решив подыграть. Возможно, рассчитывая сыграть роль дурачка, пока ему это удобно, как для миссии, так и для того, чтобы удивить Лин, когда представится возможность. Затем он называет себя этим словом, когда спасает ее от орбитального лазера, все еще притворяясь, что не знает перевода. В третий раз он использует слово после победы над первой стадией Морфеус, когда говорит, что Дон Гва никогда не бросает Воман, что приводит к милой паузе в их разговоре. Ну и, конечно же, панчлайн шутки происходит в финале игры, когда Брюс дает понять, что с самого начала знал его значение. В этом моменте это важно вдвойне, ведь он не только ненавязчиво в этом признается, но также использует слово, чтобы завуалированно назвать решение Линь вернуться к правительству, которое пыталось ее убить, глупым. И теперь, зная о том, какой была жизнь Фон Лин до событий игры, мы полностью понимаем ее решение. Ведь несмотря на холодное и жестокое отношение со стороны начальства, она все еще им благодарна за то, что подобрали ее после смерти родителей. Да, это грустно. Но таким образом ее персонаж является чем-то большим, нежели просто симпатичной пустышкой, роль которой — быть спасенной главным героем. И, наконец, вишенкой на торте и главной звездой игры, вне всяких сомнений, является Морфеус Ди Дюваль. Настолько проработанного и грамотно вписанного в глобальный сюжет франшизы злодея еще нужно поискать. Да, по количеству экранного времени он не сравнится с тем же Альбертом Вескером, но благодаря простору для психоанализа, которому можно придать личность Морфеуса, он уж точно является не менее интересным, чем всеми любимый носитель темных очков ночью.
Хотя стоит сказать, что Вескер тоже играет в судьбе Дюваля довольно важную роль. Ранее я неспроста упомянул, как журналист из GameSpot перепутал злодея из Resident Evil Zero с Морфеусом. Мы знаем, что в инциденте в Арклейских горах обвинили Дюваля, но он не был просто случайным козлом отпущения. Настоящим виновником распространения вируса на поезде Ecliptic Express и округе было существо, поселившееся в теле одного из основателей Umbrella, доктора Джеймса Маркуса. Настоящий Маркус был убит по приказу другого отца Umbrella, Освелла Эрла Спенсера. И поскольку Биркин с Вескером тоже работали под его руководством, открытия Маркуса перешли в их руки. Оживленное при помощи модифицированных вирусом предок пиявок, тело доктора Маркуса получило его воспоминания и решило отомстить Umbrella за содеянное. Эта так называемая королева пиявок выглядела в точности как молодой Джеймс Маркус, а если точнее, то как персонаж, сбежавший из Final Fantasy. Когда королева пиявок была уничтожена стараниями Билли и Ребекки, нужно было как-то замести следы и найти правдоподобную причину случившемуся, ведь Спенсер не мог допустить, чтобы остальным стало известно о его действиях. К тому времени Морфеус Ди Дюваль неплохо так начал мозолить глаза своему начальству. Злоупотребление руководящим положением, халатное отношение к подопечным и невероятный эгоцентризм – это лишь первое, что бросается в глаза при взгляде на его личность. Дюваль не только занимал высокую должность в исследовательском отделе Umbrella, но и был начальником на фабрике по утилизации отходов, расположенной на том самом острове, под которым находилась лаборатория под названием «Биосфера». Из-за небрежного отношения Дюваля к своей работе на фабрике произошел инцидент с биооружием, вследствие которого погибло много рабочих. Это сделало его одним из главных кандидатов на роль виновного. Можно подумать, что его увольнение и эти лживые обвинения как раз и разожгли огонь мести в Морфеусе, но это лишь послужило сигналом к действию. Дело в том, что у него уже давно были свои личные планы, которых он хотел добиться средствами Umbrella. И вся эта ситуация лишь их скорректировала. Всю свою карьеру в компании Дюваль не просто так пускал многие вещи на самотек. Он тщательно продумывал свой план, попутно все сильнее потакая своему эго и погружаясь в собственные иллюзии. Морфеус был одержим мечтами о собственном королевстве, в котором правила бы красота, ценой избавления от всех уродливых вещей вокруг. Свое королевство он планировал построить на деньги, полученные с выкупа от Китая и США, выбрав Африку в качестве локации. Что символично, ведь как раз там был обнаружен действующий вирус предок. В комбинации с нарциссизмом, высоким уровнем влияния и манией власти, его гигантское эго позволило ему собрать вокруг себя достаточное количество приближенных фанатиков для реализации своей мечты. За время работы в корпорации, руками своих подчиненных, Морфеус успел тайно построить шахту для запуска ракет. На том же острове, прямо под носом у начальства. Оставалось только добыть образцы вируса для того, чтобы с помощью шантажа получить финансы на постройку своего королевства красоты. У Дюваля всегда был особый взгляд на эту самую красоту. И, как говорится в докладе информатора, в погоне за ней он даже сделал пластическую операцию. В первой катсцене игры, под определенным ракурсом у него можно заметить очертания груди, что, возможно, не является следствием пластической операции, ведь есть и другие способы, но показывает, какой именно красотой он был одержим – женской. Вирусы во вселенной Resident Evil имеют довольно непредсказуемое действие, потому сложно представить, что Морфеус, вколов себе новый образец T+G вируса, обрел желанную форму как по волшебству. Все же это не Silent Hill, в котором все существа являются проекциями психики персонажей, искажая реальность вокруг них. Но от этого не менее занятно спекулировать о том, что действие вируса каким-то образом использовало тягу Морфеуса к идеалу красоты и помогло его достичь. Да и в целом согласитесь, что сделать главным злодеем маскулинного боевика транс-женщину – довольно смелый шаг, особенно для ранних нулевых. Именно так может показаться всем, кто смотрит на это через призму современности. Но на самом деле, для Японии это вполне обычное дело. В игре на этом не делается вообще никакого акцента, просто ставя как игрока, так и персонажей уже перед фактом. Что, по крайней мере, полностью безобидно. И даже в наше время не отдает бестактностью безвкусицы, из которой порой изображаются подобные персонажи. Также не стоит забывать код Вероника, в которой Альфред Эшфорд переодевался и притворялся своей сестрой, что оказалось явно не по нраву Клэр. Альфред, ты кросс-дрессинг фрик! Вау, почему ее до сих пор не отменили в Твиттере?
Но если взглянуть на японский фольклор, с их божествами, способными менять облик с мужского на женский, а также древнюю историю самой страны, в которой долгое время понятия как пол и сексуальная ориентация были настолько размытыми, насколько это можно представить, это даст понять, что ни в трансформации Морфеуса, ни в переодевании Альфреда нет какого-то особого посыла. Создатели просто хотели, чтобы злодеи выделялись и запоминались. Что стоит сказать, им определенно удалось. Морфеус же не только преображается внешне, но и, наконец, дает волю своей настоящей личности – дерзкой, властной и хладнокровной роковой женщины, или гёрл-боссом, если позволите. По словам главного программиста и дизайнера игры Такеши Такаямы, идея для трансформации Морфеуса родилась благодаря словам одного из дизайнеров, который предложил что-то в духе «И что если мы для разнообразия сделаем женщину-тирана финальным боссом игры?» После чего было решено сделать Морфеуса, и я цитирую слова Такаямы, «сексуальным монстром на высоких каблуках». Если так подумать, Capcom уже давно угождают любителям горячих монстра-теть. Алексей Эшвард в Код Вероника, Морфеус в Dead Aim, Рэйчел Фолли из первой Revelations, Дебора Харпер из шестерки и, конечно же, Леди Димитреск с ее дочерьми в Resident Evil Village, тому наглядное доказательство. И я лично надеюсь, что эта традиция продолжится. Кстати, традиции на этом не заканчиваются. Как вам уже известно, вторая половина игры происходит на острове, что является довольно частым сеттингом для игр серии. В первом Survivor был Шина Айленд, в Код Вероника — Рокфорд Айленд, а в Revelations 2 — Сейн Айленд. До кучи можно также докинуть безымянный остров из второй половины Resident Evil 4. Скорее всего, такое частое появление островов связано опять же с историей феодальной Японии. В период Эда на мелкие острова ссылали преступников и просто неугодных правительству людей в качестве наказания. Из-за популяризации буддизма изгнание стало более подходящей мерой правосудия, нежели смертная казнь. Хотя многие бы с этим поспорили, так как условия, в которых изгнанникам приходилось существовать, порой были, мягко говоря, малопригодны для жизни. Но те, кому удавалось выжить, объединялись в общины и обживали место своего заточения. Вследствие чего в наше время можно найти туристические точки, расположенные на таких островах. Как и в случае с гендерфлюидностью в периоды Хэйан и Эдо, изгнания также оставили свой след не только в истории, но и в массовой культуре страны. Следовательно, такая тяга выбирать острова в качестве места действия для фильмов и видеоигр кажется вполне логичной. К тому же на островах в Resident Evil практически всегда присутствуют тюрьмы, как очередное напоминание о событиях былых дней. Такой сеттинг отлично передает изоляцию и беспомощность, что идеально подходит для использования в хорроре или триллере. Оказавшись на острове, персонажи вынуждены сами найти способ с него выбраться или погибнуть в попытках. И вне зависимости от того, попали они туда по своей воле или им помогли, факт того, что они находятся на клочке земли посреди океана, да еще и в опасных условиях, заставляет взглянуть в самые темные углы нашего воображения. Но если вернуться в первую половину игры, которая происходит на борту лайнера Spencer Rain, можно прийти к похожему выводу. Когда вы находитесь посреди океана, и на борту происходит вспышка вируса, превращающего все в голодных к плоти существ, вы можете бежать и прятаться в каютах и отсеках. Но сбежать с самого корабля, будем честны, скорее всего, не выйдет. Замкнутость узких коридоров суден, в которых практически нет пространства для маневра, тоже играют в угоду атмосферы ужаса. Вполне здравой мыслью было бы держаться подальше от популярных мест вроде бассейнов, ресторанов и казино, потому что они наверняка будут наполнены несговорчивыми постояльцами, которым не повезло уберечься от заражения. Но все это страшно только если вы не один из главных героев серии Resident Evil, которые готовы сунуться практически в любое пекло, не задавая лишних вопросов, и при условии, что под рукой всегда будет пара-тройка целебных растений. Но как человек, который частенько примеряет чужой опыт на себя, могу сказать, что как минимум пару раз задумывался над тем, что бы я делал в подобной ситуации. Что, должен признать, довольно глупо, ведь я почти не выхожу из дома, не говоря уже о том, чтобы отправиться в круиз на принадлежащем фармацевтической компании лайнере. Вообще меня удивило, сколько всего интересного мне удалось выжить из этих трехчасовых пострелушек под названием Resident Evil Dead Aim. К этому моменту я наверняка утомил вас своими рассуждениями вслух и попытками доказать, что эта игра достойна большего, только исходя из сюжета и лора. Большинство людей наверняка пропускает сюжет в подобных играх между строк, что абсолютно нормально. Для многих главным мотиватором является именно игровой процесс.
Посему без лишних промедлений давайте к нему и перейдем. Как уже было сказано ранее, Dead Aim является сочетанием шутера от первого лица и экшен-адвенчера от третьего. И у меня есть к вам один вопрос. Просыпались ли вы когда-нибудь, размышляя о том, сколько времени игрок на самом деле проводит в этих режимах? Решив нарезать свое прохождение в DaVinci Resolve, слушая на фоне саундтреки из Life is Strange, чтобы это проверить? Нет? В любом случае, у меня для вас отличные новости, потому что я могу ответить на этот вопрос. Мне не давал покоя тот факт, что эту игру принято называть Light Gun Shooter'ом, из-за того, что в ней просто есть поддержка этого самого светового пистолета, и большую часть геймплея якобы составляет стрельба от первого лица. Но по результатам моих исследований, выходит, что игрок проводит в режиме от первого лица только треть всего геймплея, и большую его часть составляет передвижение и исследование от третьего. При этом кат-сцены и скорое прочтение документов в сумме занимают примерно столько же, сколько и стрельба. И учитывая, что в Dead Aim можно играть несколькими способами, кроме светового пистолета, я пришел к заключению, что ее классификация как Light Gun Shooter'а неправильная. Спасибо за внимание, записывайтесь на мои следующие лекции. All right. Knock it off. Собственно, основы геймплея работают следующим образом. У вас в руках, по сути, оказывается уже знакомое танковое управление. Только в этот раз камера двигается вместе с поворотами персонажа, а для передвижения можно использовать как левый стик, так и крестовину. Поскольку управление в первую очередь рассчитано на игру со световым пистолетом, некоторые кнопки дублируют друг друга, выполняя сразу несколько функций, что звучит сложно, но в то же время позволяет самому выбирать, какой кнопкой, например, взаимодействовать с предметами. Или, как в моем случае, забыть, что X и кружочек работают как подтверждение, из-за чего в попытках выйти из меню я употребил пару-тройку лишних хилок как минимум два раза. Сама же стрельба сделана в лучших традициях аркадных шутеров, что одновременно и дар, и проклятие. Выстрелы действительно быстрые и ограничены только типом оружия и скоростью ваших пальцев. Но так как патроны не бесконечные, вы с легкостью можете потратить их все, даже не заметив. Благо, в каждом сейв-руме лежит достаточно коробок с пистолетными патронами, которыми грех не набить карманы перед сохранением. Как в свое время сказали журналисты, есть три способа для игры в Dead Aim. Только с геймпадом, только с пистолетом и гибридный одновременно с двумя. Но что если я вам скажу, что есть еще один, секретный метод, о котором они не хотят, чтобы мы знали? В игре есть поддержка USB-мыши, что для многих облегчает игру в разы. Но мне, как потомственному консольщику во втором поколении, а также свидетелю шутеров на геймпаде... Ладно, мне тоже было проще целиться при помощи мыши, признаю. После трех прохождений на обычном геймпаде, я решил таки попробовать гибридный метод с мышью и перепрошел игру снова. Да, на данный момент я прошел ее 4 раза. И я говорю это только потому, что многие удивляются, услышав, что кто-то проходит игры больше одного. В общем, даже учитывая, что с мышью ваша точность будет в разы лучше, особенно если вы ПК-энджойер, у этого способа есть один минус. Поскольку у вас в распоряжении только половина геймпада, левая, для того, чтобы открыть меню, приходится отрывать руку от своего хвостатого друга и перехватывать ею вторую половину геймпада. А поскольку смена оружия и применение хила происходит как раз через меню, заниматься ручной аэробикой приходится довольно часто. К тому же мышка работает только в режиме стрельбы, так что для маневров персонажем все еще придется использовать геймпад. Для того, чтобы перейти в режим стрельбы, достаточно нажать кнопку выстрела, а дальше все становится очевидно. Наводишь прицел — стреляешь. Но журналисты будто бы заставили всех думать, что в режиме от первого лица персонаж стоит на месте, не двигаясь, как в классических резиках. Хотя на самом деле это вовсе не так. Если начать идти вперед или назад, то вас действительно выбросят обратно в режим от третьего лица. Но простое зажатие L1 или L2 позволяет перемещаться, не отрываясь от стрельбы. И при должной сноровке вы будете легко корректировать свою позицию, исходя из ситуации, не оставляя врагам так уж много шансов до вас добраться. Режим от первого лица в этой игре настолько хорош, что в нем можно было бы пройти ее полностью, если бы в нем можно было взаимодействовать с предметами. В обычном состоянии L1 и L2 также позволяют осторожно перемещаться, чтобы зомби вас не услышали. Да, в этой игре есть некое подобие стелса, но в большинстве случаев намного выгоднее просто пробежать мимо противников.
Скрытный выстрел в голову всегда будет критическим, что довольно круто, особенно если использовать пистолет с глушителем, чтобы оставаться незамеченным. Заметил ли вас тот или иной мертвец, можно узнать не только по его бодрому шагу в вашу сторону, но и по красному свечению, которое этому предшествует. Также в Dead Aim есть механика уклонения при своевременном нажатии на L1, которая позволяет избежать большинства атак врагов. Но загвоздка в том, что в большинстве случаев атаки не очень хорошо телеграфируются, из-за чего кнопку у ворота приходится просто мешать в надежде, что это сработает. За 4 прохождения я также заметил одну любопытную вещь. По всей видимости, в этой игре есть адаптивная сложность. Чем лучше вы себя показываете, ставя всем хедшоты направо и налево, тем больше игра будет подсовывать вам противников, которые не только виляют своей головой как маятником, но и будут иметь гораздо больше здоровья. Довольно интересная механика, но порой у меня возникало ощущение, будто игра пыталась поставить меня на место за то, что она слишком легко мне дается. В плане разнообразия врагов здесь тоже все вполне неплохо. Имеются как всем знакомые зомби и хантеры, так и новые твари. Вроде жабоподобных гримеров и торпедных детишек с их гнездами, которые встречаются только во второй половине игры. Вариаций зомби здесь предостаточно, и лично у меня ни разу не возникало дежавю при виде очередного пассажира или члена экипажа корабля. Да, они повторяются, но это совсем не бросается в глаза. Элитные хантеры, которые являются продвинутой версией тех, что были в предыдущих частях, в свою очередь все так же заставляют попотеть, постоянно уклоняясь от ваших выстрелов и пытаясь отрубить вам голову в прыжке. Торпедные дети, несмотря на их глупое название, все же доставляют хлопот, постоянно держа вас в станлоке, пока вы наконец не достанете гранатомет и не устроите 4 июля их гнезду. Что же касается климеров, то это, наверное, самые коварные и бесячие ребята в этой игре. В документах написано, что лучший момент для убийства Глимера появляется прямо перед его атакой. Но тайминг у этой самой атаки настолько крошечный, что это очень тяжело сделать. При первом прохождении я думал, что это единственный способ с ними бороться, из-за чего просто их пробегал, попутно возненавидев. Но на самом деле их можно убить точно выстрелом из гранатомета абсолютно в любой момент. Вот и полагайся после этого на подсказки. Хотя в случае с боссами, они действительно помогают. Тиран 091 является довольно простым боссом, который контрится простым заходом за спину, что позволяет сделать пару выстрелов ему в уязвимое место. Плутон вообще не оказывает никакого сопротивления, пока вы нашпиговываете его голову свинцом. Правда, бой с ним является единственным моментом, в котором действительно пригождается стелс и пистолет с глушителем. Но если только вы не спидранер, который расстреливает его в упор из дробовика. А вот гигантское насекомое, к сожалению, никаких интересных механик не имеет, кроме надоедливых шершней, которые просто не дают вам нормально прицелиться. Ну и, наконец, бой с первой фазой Морфеус. По мнению многих, этот босс-файт, как бы помягче сказать, сосет задницу. Дело в том, что у нее есть привычка делать комбо, из которого практически невозможно выбраться живым. Разработчиками подразумевается, что к этому моменту игрок освоит технику уклонения и легко избежит такой участи. Но никто не знает, как правильно работают тайминги в этой игре, а долбить L1 в надежде, что тебе повезет, не самый лучший геймплей, который можно себе представить. В целом, сам бой вполне нормальный и позволяет рассмотреть Морфеус и ее акробатические способности в полной мере. И мне нравится, как она вальяжно передвигается, думая, что ей ничто не угрожает. При том, что у МакГиверна в руках буквально находится единственное оружие, способное нанести ей урон. Кстати, после первого знакомства с этой формой Морфеус в выставочном зале, происходит секция, в которой игроку нужно в попыхах открывать монтировкой ящики, чтобы найти ключ-карту и сбежать. Этот момент способен вызвать панику. Ведь из документа и увиденной до этого катсцены, мы понимаем, что пули на Морфеус не действуют, заставляя метаться от ящика к ящику, постоянно слыша стук ее каблуков за спиной. Этот момент, кстати, сильно напомнил мне сталкер-хорроры, с их беззащитными главными героями и неубиваемыми преследователями. Ну и, конечно же, финальный босс игры — огромная куча мяса. Иронично, что Морфеус, стремящийся избавить мир от уродливых вещей, в итоге стал одной из них. Этот бой тоже может пойти либо как по маслу, либо как по терке для овощей. Если вы настоящий survival horror эксперт и всю игру копили лучшие боеприпасы, зная, что они еще пригодятся, то финальный босс особых проблем не составит. Но если ваше самое убойное оружие пустое, а в стрессовой ситуации вам тяжело целиться, этот босс определенно может составить хлопот.
Мне также нравится пробежка по коридорам под руководством Фон Линь, которая говорит вам, в какую сторону свернуть. Единственным минусом я бы назвал то, что в случае неудачи вам придется начинать весь финальный забег полностью заново, что включает в себя две коридорных и две секции со стрельбой по самому боссу. На моем первом прохождении это послужило неплохой такой проверкой моего терпения. Пройдя игру, вы получаете возможность перепройти ее с полученным оружием и припасами, а также поменяв персонажа местами. То есть в моментах, где вы бегали за Брюса, вы будете играть за Фон Линь, и наоборот. Само собой, на пререндеренные катсцены это не влияет. К сожалению, никаких костюмов по какой-то причине не завезли. Что особенно обидно, ведь основной игровой процесс происходит от третьего лица. Также в зависимости от вашего ранга и сложности, на которой была завершена игра, здесь открываются варианты оружия с бесконечными патронами. Что в целом неплохой бонус, и возможно для кого-то это было бы достаточной мотивацией, чтобы перепройти игру и выжать из нее еще несколько часов удовольствия. В целом же это чертовски хорошая игра, и о ней приятно даже просто вспомнить, делая заметки при просмотре на втором мониторе, чем я и занят на момент написания этих строк. Разнообразие оружия и грамотное расположение врагов в совокупности с равномерной подачей сюжета не дают заскучать. Да и ситуации, в которые Dead Aim ставит игрока, тоже несут в себе неплохой развлекательный фактор. Защищать Фон Линь от хантеров, открывать уже упомянутые ящики, убить первого босса с нависающим над тобой таймером — эти и другие подобные моменты очень хорошо разбавляют этот Light Gun Shooter. К тому же вам периодически дают поиграть за Фон Линь, пока МакГиверн очухивается от удара тирана или падения на лифте. Геймплей за нее абсолютно такой же, как и за Брюса, просто с ней в комплекте сразу идет штурмовая винтовка, в то время как МакГиверн находит ее почти в самом конце игры. Хоть в Dead Aim и нет загадок как таковых, для поиска нужных предметов все еще нужно применять немного дедукции. Да, она сводится к тому, чтобы найти записку, в которой будет написано, где конкретно найти этот самый предмет. Но это уже в разы ближе к оригинальному Resident Evil, чем все предыдущие Gun Survivor вместе взятые. Самым ярким примером этого можно назвать открытие двери с голосовым замком при помощи найденного диктофона и голосового сообщения Морфеуса на компьютере в одной из финальных локаций игры. Кстати, о локациях. Лучшей частью игры, несомненно, является лайнер Spencer Rain, в котором встречается самое богатое разнообразие интерьеров. От дорогих покоев капитана, бара-казино и зоны с бассейном, до мрачных машинных отделений, кают экипажа и даже складских помещений, все посещаемые игроком места составляют впечатление живого и реалистичного окружения. Кстати, главный зал, по всей видимости, был частично взят из фильма «Титаник», что вполне логично. Даже учитывая, что качество текстуры и общая детализация определенно не самые выдающиеся на PlayStation 2, благодаря приглушенному освещению и тяжелым теням, это не так уж сильно бросается в глаза. Из-за симметричности корабля в нем достаточно легко ориентироваться, да и карта благодаря ее простоте отлично справляется со своей задачей. Это вам не 3D-шное чудо из первой Revelations. До того, как у меня дошли руки до этой игры, я всегда думал, что ее действия происходят полностью на корабле. И честно говоря, если бы так и было, я бы не расстроился. Но, к сожалению, как только вы покидаете лайнер и оказываетесь в темных однотипных коридорах учреждения Umbrella, весь энтузиазм потихоньку начинает улетучиваться. Лабиринты коллектора и нижних уровней фабрики действительно ощущаются монотонными и даже попросту скучными, как бы намекая на то, что основные силы разработчиков ушли на первую половину игры. Хотя она немного реабилитируется, когда персонажи попадают в лабораторию биосферы, где окружение становится намного интереснее. Единственная моя придирка к этой части игры в том, что у меня вообще не было ощущения, что этот комплекс находится под водой. Это место ведь называется биосфера и находится в пучине океана, колыбели жизни, черт возьми. Да, в моменте, где Морфеус обрывает тросы лифта и в комнате для погружения на батискафе, можно увидеть океанскую воду, но это быстро забывается. Мне кажется, было бы неплохо добавить иллюминаторов, через которые падали бы тени от проплывающих рыб и отражения от воды. Ну да ладно. Вот по поводу саунд-дизайна и музыки, сложно сказать что-то плохое. Звуки выстрелов и попаданий в голову приятны, насколько это возможно. Саундтрек, сменяющий зловещую тишину, хорошо передает тревожность момента или особый уют сейв-румов. А звуки окружения отлично передают атмосферу одиночества и замкнутости. В игре также есть пара-тройка моментов, которые меня правда напугали. Порой, исследуя туалет, на вас может упасть с потолка ожившая тетя,
или окажется, что в одном из висящих на стене костюмов химической защиты затаился голодный труп его владельца. Да и порой зомби могут просто внезапно вывалиться из-за угла, заставив игрока в панике совершить быстрый разворот и убежать в противоположном направлении. Также хочется выделить внимание к деталям, а конкретно к анимациям персонажей и противников. Брюс и Фон Линь по-разному бегают и держат оружие, а у каждого врага есть особые повадки, отличающие их друг от друга не меньше, чем внешний вид их моделей. А то, как зомби ударяются об стену и сползают по ней, оставив за собой кровавый след, стоит отдельной похвалы. Мне нравится, как сумки и кобура болтаются на персонажах при беге, как разработчики спрятали зеленую траву среди обычных растений в комнате для отдыха, или вот эта парочка, которая даже после смерти осталась чилить на палубе. Как мило. Здесь также присутствует классическая смена бэкграунда в главном меню после завершения игры, которая сменяет приятный взгляд Морфеус на криповое лицо его финальной формы. По технической части здесь тоже все достаточно хорошо. Благодаря возможности игры на разных контроллерах, каждый может выбрать для себя наиболее удобный способ уничтожения ходячего биооружия. Dead Aim также работает в приятном глазу 60 FPS/Hz, которые, правда, проседают, когда на экране скапливается слишком много врагов. Но стоит сказать, что происходит это крайне редко, и в целом фреймрейт у игры довольно стабильный. Что действительно подкачало, так это сведение звука в катсценах. К сожалению, расслышать, что конкретно говорят персонажи, порой практически невозможно. Не только потому, что при записи озвучки, возможно, стоило сделать парочку дополнительных дублей, но и благодаря тому, что буквально все остальные звуки перекрывают голоса персонажей. И в таком случае обычно спасают субтитры. Но тут тоже есть один нюанс. По какой-то причине субтитры сделаны на основе оригинального сценария, без внесения правок, которые сделали сами актеры во время озвучания. Следовательно, сабы попадают в сказанные персонажами так же часто, как Вескер снимает свои темные очки. То есть примерно никогда. Я по 10 раз переслушивал одни и те же реплики с выключенным звуком на колонках. В том числе, чтобы понять, что, черт возьми, Брюс говорит при убийстве Морфеус. Ведь знаете, коронные фразы в конце игры — это довольно важная часть Resident Evil. Если кому интересно, Радж Ромайо в этом моменте говорит: «Sorry, but my dance card is full». Что переводится как: «Прости, но мой танцпол занят». В то время как субтитры заставляют нас поверить, что он сказал: «Прости, дружок, но мне пора бежать». И это далеко не единственный момент, в котором мне пришлось это делать. Например, при первой встрече с Фон Линь, Брюс говорит слово «Basti», что означает «женщина с большой грудью». Но в сабах написано просто скучное «ауч». Ну и мое любимое. Перед тем, как выпустить Хантера, Морфеус говорит: «Я не дам тебе все разрушить!» А субтитры в этот раз лаконично гласят: «Ублюдок, умри!» Не то чтобы подобные изменения кардинально меняли общее впечатление об игре, но это как минимум очень забавно. В переводе также есть некоторые отличия. Например, в оригинале на Морфеуса повесили события, произошедшие в Арклейских горах, в то время как в остальных версиях на него спихнули инцидент в Ракун-Сити, хоть он и произошел уже после увольнения Дюваля. По этой причине можно считать, что его сделали виновным сразу в обоих происшествиях. Ведь кто-то же утвердил такой вариант перевода. Также при локализации пострадали внутриигровые документы, из которых были вырезаны или изменены некоторые детали. Ну и еще одна не придирка, а скорее просто интересная деталь. Все катсцены игры пререндерены, в том числе и те, что изначально были записаны на движке игры. Это легко определить благодаря тому, что увеличение разрешения игры на них не действует. По всей видимости, они были записаны на более ранней стадии разработки, если взглянуть на качество освещения, а точнее то, как модели персонажей его попросту игнорируют. Да и с шеями персонажей порой тоже происходит какая-то мистика. Но все это лишь мелкие огрехи, если посмотреть на финальный продукт, который мы получили в совокупности. А включив режим журналиста и сравнив игру с предыдущими спин-оффами этой популярной франшизы, простить ее недочеты станет еще легче. Dead Aim во многом ощущается как очередной эксперимент Capcom. И на этот раз не только более чем играбельный, но и довольно компетентный. Все механики работают как надо, и кроме проблем с переводом, придраться тут правда толком не к чему. Это изобретательная, неплохо сбалансированная и механически комплексная игра. Но что самое важное, ее геймплей действительно развлекает. Ей как раз хватает простоты сюжета, чтобы поддерживать интерес игрока, не пытаясь прыгнуть выше головы.
Боевая система требует большого вовлечения в процесс, награждая тех, кто сможет ее приручить. А исследование решения тривиальных задач, хоть и не дарят полноценный survival horror experience, все еще делает игровой процесс в разы интереснее, чем у большинства лайтган-шутеров, если не у всех. В совокупности всего вышесказанного, Dead Aim вполне мог бы потягаться с другими экшен-адвенчур играми от третьего лица, но, к сожалению, исторически так и останется просто заключением линейки спин-оффов популярной франшизы, которую удалось довести до ума лишь к четвертой попытке. В каком-то смысле даже символично, что в том названии, которое игра получила за пределами Японии, не указана ее принадлежность к серии Gun Survivor. Ведь это действительно достойное дополнение к основной линейке Resident Evil, которому ограничения контракта попросту не дали нормально раскрыться. Остается только гадать, какой получилась бы эта игра, если бы у Capcom тогда не были связаны руки. Хотя, с другой стороны, мы бы не получили настолько самобытный проект, если бы им занимались основные студии. В отличие от парочки своих предшественников, Resident Evil Dead Aim неплохо расширяет общую вселенную, что делает эту игру важной ее частью. Стоит сказать, что и первый Survivor внес свой вклад в дополнение лора, но единственной ниточкой, связывающей его с основным сюжетом серии, является тот факт, что главному герою позвонил его друг Леон Кеннеди, попросив проверить, что происходит на острове, который никогда до этого не упоминался. События Dead Aim же касаются не только частей с нулевой по третью, но и код Вероника. Потому что образцы вируса Морфеус, по всей видимости, украл из того же отделения Амбреллы, в котором ловят Клэр во вступительной катсцене игры. Но стоит признать, что это довольно слабые точки соприкосновения. И вполне возможно, что если бы Dead Aim никогда не вышел, никто бы не ощутил в нем особой надобности. Но лично я рад, что он есть. Эта игра отлично улавливает настрой серии, не боясь экспериментировать и брать вдохновение там, где предшественники даже не подумали бы искать. Несмотря на все нюансы разработки, мы не только получили новых колоритных персонажей, которых, скорее всего, никогда больше не увидим, но и уникальный игровой опыт. А это уже дорогого стоит. На поверхности это добротный боевик, в котором главный герой завоевывает женщину в конце, а противостоит им сексуальный монстр на высоких каблуках. Но как и в случае со многими полюбившимися персонажами этой серии, Брюс, фон Лине, Морфеус имеют достаточную глубину для того, чтобы поехавшим вроде меня было что анализировать. Пускай на этот проект не были выделены основные силы компании, старания тех, кто над ним работал, точно не были напрасными. Да, общей продолжительностью, качеством загадок и наличием знакомых персонажей Dead Aim не может сравниться с номерными резиками. Но этого от него никогда и не требовалось. Из него получился идеальный спин-офф, рассказывающий новую историю в рамках основной сюжетной линии, который позволяет взглянуть на знакомый геймплей под другим углом, в прямом и переносном смысле одновременно. К тому же вклад этой игры не был полностью забыт. 26 мая 2005 года вышла Namco Cross Capcom, эксклюзивная для Японии игра, которая стала коллаборацией компаний, указанных в названии. Геймплейно — это тактическая RPG с экшен-элементами в духе 2D-файтингов, совмещающая в себе целую уйму персонажей из игр обеих компаний, объединенных одним сюжетом. Поскольку в то время был в действии уже второй договор между Capcom и Nintendo, частью которого стала печально известная капкомовская пятерка, ни одного из основных персонажей Resident Evil использовать не получилось. Но полностью проигнорировать одну из своих самых известных франшиз Capcom тоже не могли. И я думаю, вы уже догадались, каким был их единственный вариант. Таким образом, в игре не только присутствуют Брюс МакГиверн и фон Линь, но и целая миссия, проходящая на лайнере Спенсер Рейн после событий оригинальной игры. На заднем плане можно заметить знакомый главный холл, казино и, конечно же, палубу с бассейном. В ходе пятой по счету миссии под названием Gunshot, что отсылает к треку Rise, играющему в финальных титрах Dead Aim, фон Линь кооперируется с Лей Лей из Darkstalkers, в то время как Брюсу повезло получить в напарнице Регину из Dino Crisis. Перед боем персонажи даже делают референс на шутку про Дон Гуа, что хорошо показывает, с какой кропотливостью создавался каждый кусочек фан-сервиса в этой игре.
Но больше всего мне нравится то, как выполнены местные арты персонажей. У Брюса здесь такие бицепсы, что он вполне мог бы составить конкуренцию Крису в избиении камней. И пускай Namco Cross Capcom является абсолютно несерьезной сборной солянкой, призванной сыграть на узнаваемости персонажей, все равно приятно видеть в ней ребят из Dead Aim. Они определенно заслуживают большего, но по крайней мере о них вообще вспомнили спустя 2 года после оригинального релиза. Само собой, если бы не эксклюзивность, в этой игре фигурировали бы Леон и Ада, ведь Resident Evil 4 вышел в том же 2005-м. Но так или иначе, было приятно вновь увидеть Брюса и Фон Лин на борту знакомого лайнера. Фон Лин! Брюс, осваиваю! Можно подумать, что наследие Resident Evil Dead Aim на этом и заканчивается. Но это еще не все. В январе 2023-го для капкомовской мобильной карточной игры Tappen вышло дополнение Sigma's Invasion. Среди многих других известных персонажей в игру также были добавлены Брюс МакГиверн и Фон Лин. Да, снова о персонажах вспомнили только в качестве фан-сервиса, но технически это показывает, что Capcom никогда не забывает о своих менее популярных играх, просто достает ее из пыльной коробки только когда появляется шанс подзаработать. И глядя на то, как обстоят дела в современной индустрии видеоигр, с бесконечными ремастерами и ремейками, на волне которых очень успешно держится Capcom, я надеюсь, что Dead Aim удосужится чего-то большего, нежели быть упомянутым в мобильной гаче. К ремейкам у меня отношение довольно холодное, потому что в 99% случаев они мне попросту не нужны. Ведь большую часть времени я играю в старые игры, и неважно какой год на дворе. Но пока фанаты Resident Evil спорят о том, какая из игр серии получит ремейк следующий, в основном склоняясь в сторону Код Вероника, я посижу здесь в темном углу, приговаривая, что Dead Aim достоин его ничуть не меньше. Посудите сами. Код Вероника вполне неплохая игра как таковая, требующая лишь парочки изменений в балансе, для чего хватило бы простого ремастера, выпущенного на всех возможных платформах, чтобы сделать ее максимально доступной. В то время как нераскрытый потенциал Dead Aim, который у него отобрали в свое время, сделав частью серии неудачных спин-оффов, вполне можно было бы воплотить в жизнь, дав игре второй шанс в виде полноценного ремейка. Плюс Код Вероника можно поиграть на 4 разных платформах, включая PlayStation 4, в то время как Dead Aim все так и остается узником PlayStation 2. Сделав более разнообразное окружение, переработав локации, добавив полноценные загадки и доведя до ума сценарий, а также дав ей современный геймплей от третьего лица, из нее абсолютно точно можно было бы получить что-то достойное. Но для этого компании пришлось бы вкладывать немалые усилия и ресурсы. Поэтому всегда проще взять что-то и без того полноценное, и завернув его в блестящую обертку графона, перепродать заново. Да и к тому же, кто вообще помнит Resident Evil Dead Aim?